Всем привет! Видео о том, как поменять фильтр на Renault Duster 2.0 2014 года. Снимаем вот эту бороду. Она стоит здесь. Вот так она стоит. Отстегиваем вот эту вот лямочку. Вот. Вытаскиваем. Дальше откручиваем вот эти два болта. Достаем фильтр. Достали. Ну, тут все просто. Дальше вот старый фильтр. Ну, мне не повезло. Я впервые тут меня, я купил себе вот такой фильтр, он от Lada Vesta, он не подходит. Ну, соответственно, будьте внимательны, покупайте фильтр нужный. Собираемся в обратной последовательности. Все, всем спасибо, всем пока.